Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Засевая землю в теплице с сидиратами, мы запускаем полноценный севооборот. Так как теплица позволяет выращивать любые культуры в прохладную погоду, то идеальным станет посев сидиратов в октябре. Такой ход позволит вырастить идеальную сидеративную массу, которая не перерастет и не огрубеет. Ее вы сможете перекопать в любое время, хоть весной, хоть поздней осенью. Ведь корни сидиратов формируют естественную почвенную структуру, улучшая проницаемость грунта для влаги и воздуха. Сами сидираты являются природным органическим удобрением. Они восстанавливают плодородный слой, восполняют недостаток минералов и витаминов в почве. Также сидираты выделяют в почву вещества, отпугивающие вредителей. Идеальная смесь для посева в теплице в октябре состоит из трех растений. И это горчица белая, рожь озимая и овес озимый. Можно сеять и по отдельности, если нет в наличии всех трех сидиратов. Овес прекрасно дезинфицирует почву, отпугивая вредоносные микроорганизмы и устраняя гниль. Горчица и рожь отличаются развитой корневой системой и способствуют структуризации тяжелых почвенных составов. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!